В Самаре продолжают действовать предложения по пакетным тарифам для пассажиров. Если приобрести сразу несколько поездок в общественном транспорте, на каждый можно сэкономить от 3 до 6 рублей, учитывая, что стоимость оплаты наличными составляет 38 рублей. Выгодные предложения по пакетным тарифам предусмотрены только для держателей карты жителя Самарской области. Оформить ее может любой желающий. В ближайшее время вот у нас будет заседание тарифной комиссии, где мы выходим с предложением о продлении вот этой вот акции, продлении срока действия пакетных тарифов еще на 3 месяца. То есть они будут действовать также в апреле, в мае и в июне. Мы будем выходить с инициативой, чтобы каким-то образом более льготные условия предусмотреть для пользователей, чтобы повысить привлекательность этих пакетных тарифов. Возможность воспользоваться льготами появилась у самарских пассажиров в январе 2024 года. Жители города преимущество оценили. Да, с января пользуюсь. Она мне помогает сэкономить на проезде. Очень удобно. Я считаю это удобно, потому что я вот беру поездки оптом, потому что на работу, с работы езжу на транспорте, плюс выходные куда-нибудь по делам, и я экономлю достаточно приличную сумму денег. Ну, конечно, помогает, потому что я постоянно передвигаюсь по городу, с друзьями гуляю, они у меня все в разных районах живут, плюс я езжу на учебу, и да, я считаю, что это хорошо, что такие тарифы продлевают, потому что это помогает экономить деньги. Активировать пакет акций можно в любой день. Сегодня действуют 4 вида тарифов на 5, 10, 20 и 40 поездок. Чтобы активировать предложение, необходимо зайти на сайт. Виктория Шарая, Полина Чулюкова, Сергей Баскин. События.